Ukraine has to be split apart. Україна повинна split apart, правильно? Правильно. Знаєш, що час, час змінено? Я так довго учу англійський, але не split apart. Зараз, секунду. Split apart. А ты откуда, из какого города? Киев. Понял. Ну ладно, знаешь, что сейчас это самое изменено? Раньше, я тебе сейчас даже покажу, у меня распечатка есть. Ой, видишь? А вы откуда, собственно говоря? Я, собственно говоря... Вот, видишь? From former vice president Joseph Biden to president of Ukraine Zelensky. Notice order. The answer for slogan Slava Ukraini has been changed to Ukraine has been split apart. Old one, Heroem Slava, new one, Ukraine has to be split apart. Вот. Что? Фирменный бланк Госдепа, видишь? Так что не слава Украине? Вот теперь, нет, слава Украине остается, это первое. А второе, вместо героев слава, old one, героем слава, new one, Ukraine has to be split apart. Откуда у вас вся бумага? Ну, распечатал, вот его, она еще в канцелярии Зеленского не зарегистрирована, поэтому вы не знаете. Наверно, зря жалел Деникин хама. А, Ukraine has to be split apart. Я ж тебе уже объяснял, что Байден прислал телеграмму. Вот, что... Все ты понял. Вас ждет Париж. И модные салоны. Меня же ждет гражданская война. Говори. Да, Украине. Ukraine has to be split apart. А ты отвечай. Сейчас изменили на это. Раньше было нужно отвечать героям слава. Сейчас нужно отвечать has to be, Ukraine has to be split apart. А ты должен отвечать чудово. Говори мне чудово. Я не понимаю, дурачок. Ну, сам не понимаешь, а я дурачок. Разница-то есть или нет? Кринчей, кринчей, блядь! Наверно, зря жалел Деникин хама. Их надо было брозгой да плетьми. А вот теперь ни воинство, ни храма. Не надо испытывать наше терпение. На любой выпад у нас есть достойный ответ, вплоть до самых крайних мер. И я хочу напомнить горящим головам под оранжевыми знаменами. От Харькова до Киева 480 километров, а до границы с Россией 40. Вставай, страна огромная! Вставай на смертный бой! С нашистской силой темною, с оранжевой чумой!